Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы, Минск, Беларусь. Я впервые приехала в вашу замечательную страну. Увидели этот потрясающий город. Самое теплое, самое радостное впечатление у нас. Вы знаете, если у меня спросят, с чем у меня ассоциируется Ашхабад, я скажу, что прежде всего это солнце, это розы и это замечательный туркменский народ. Я рада такой возможности принять участие в этом форуме, потому что для нас, деятелей культуры, для музейных сотрудников, это очень важно. Каждый из нас сохраняет свою национальную культуру, но в то же время нам интересно, как живут наши, или чем живут наши туркменские коллеги, чем живут наши, скажем, молдавские или узбекские коллеги. И вот как раз форум для этого очень важен. Я очень благодарна вашей стране, я благодарна руководству вашей страны, вашему президенту за то, что у нас сегодня есть такая возможность познакомиться с вашим замечательным городом Ашхабадом, познакомиться с вашей страной солнечной, радостной и познакомиться с нашими коллегами.